Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0, у микрофона Дарья Топузлиева. За 7 месяцев в области ввели более половины от планируемого объема жилья. Среди всех регионов Приволжского федерального округа область занимает 4-е место по темпам ввода. Рост объемов строительства за первое полугодие составил почти 156% к уровню прошлого года. Об этом сообщает пресс-центр правительства со ссылкой на департамент строительства и архитектуры. По итогам второго квартала по ценам жилья на первичном рынке наш регион занимает 9-е место в ПФО. Рост цен на первичном рынке жилья по сравнению с первым кварталом составил 1,8%. За 7 месяцев в области введено чуть более 280 тысяч квадратных метров жилья. К уровню прошлого года рост составил более 175%. Таким образом, уже введено более 52% от планируемого ввода жилья. При этом в правительстве отмечают, что основной ввод жилья, как правило, приходится на четвертый квартал. Сейчас в регионе в стадии строительства находится 180 многоквартирных домов. Дайджест недвижимости. Фонд ЖКХ проверил муниципальное образование. Предметом проверки стало выполнение адресных программ по переселению из аварийного жилья в Кирове, Зуевском и Оричевском районах, а также в Аленском и Омутнинском городских поселениях. В мероприятии приняли участие сотрудники прокуратуры, департамента строительства и архитектуры, муниципальные чиновники и члены регионального центра общественного контроля. Во всех муниципальных образованиях заключены контракты на приобретение или строительство жилья. В Кирове же отмечены низкий темп реализации программ. Так, готовность многоквартирных домов в Ленгасово и Стрижах составила менее 30%. По итогам проверки зампред правительства Алексей Кузнецов провел совещание, речь на котором шла об устранении недочетов и усилении контроля за переселением граждан из аварийного жилья. Дайджест недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра в июле на вторичном рынке достигла 51 288 рублей. Такие данные приводит информационное агентство Роснет.ру. В анализ были включены 1077 объектов продаж от собственников. Добавлю, средняя стоимость квадратного метра за комнату в июле составила 49 290 рублей. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.